по какой причине такой сильный языческий, мало протрактованный четко символ находится на гербе. То есть этот символ не трактуется ясно. Непонятно зачем. Его нашли все-таки в погребальном костре, который был сделан в честь погребения. То есть жертвоприношение было сделано погибшим воинам. То есть почему вдруг из погребения, из могилы этот символ попадает на герб города? Мечи сверху перекрещенные. То есть как бы трактовка самой символики не очень хорошая. То есть дуб без корней. Тоже, то есть что, мы не имеем корней,